Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и по многочисленным просьбам я возвращаюсь в DC Unchained, и мы посмотрим, что здесь изменилось, заодно я вам расскажу впечатления от фильма «Аквамен». Итак, давайте глянем, почему-то у меня все здесь до сих пор на английском языке, хотя вроде бы игруху-то я скачивал уже с русского App Store. Давайте посмотрим, где у нас настройки. Options, Language, давайте... Не, зачем нам русский? Так, графика. Power Saving Mode. А, это режим энергосбережения всего лишь. Так, здесь все по сути у нас включено на высокие. Здесь у нас все то же самое. Тачскрин. Так. Я залогинился с помощью гейм-центра. Ладно. Давайте глянем, что у нас тут. Команда. Что-то у нас тут изменилось, да? Вот, кстати, этот Орм. Я теперь знаю, кто это такой. Давайте Бэтмена, наверное, еще добавим. Вау, красавчик, конечно. Так, у нас есть что-нибудь для улучшения? Нет. Вот так вот надо. Во, отлично. Здесь у нас несколько команд. Якобы типа злодеи, типа не злодеи. Вот можно, кстати, вот здесь вот немножко... Джокера добавить, он здесь сумасшедший прям такой вообще. Так, все, альянс тут у нас, это нам не надо. Возвращаемся, я думаю, домой. Как домой вернуться? Я кнопку домой не найду. Во, battle. А, здесь у нас все заблокировано. Дело в том, что я в игру уже 1000 лет не играл. Продолжаем, короче, story мод. Это у нас закрыто. Окей, старт. У нас есть здесь героические компании, есть компания злодеев, и мне до сих пор вот нравится то, как движется здесь Флэш. Так, здесь, короче, у нас болтовня, все на английском языке, а блин, ну вообще четко движется. Очень напоминает мне игруха Marvel Future Fight. Кстати, кто соскучился по Marvel Future Fight, пишите в комментариях. Я думаю, что мне есть что там показать. Я недавно для Капитана Америки новый костюм из обновления достал. Так, у нас же есть крутые эти спецатаки. А, вон, просто бежит и разносит. Ну огонь вообще. Ох, это я что-то зря сделал. Блин, ну классно вообще. Так, бежим дальше. Мы как будто из музея в какой-то космический корабль перебрались. А, он всех просто сшибает и все, вот, пока бегает. Эпично. Чисто к своим врагам. Всех завалили, да? Бежим дальше. Сейчас нас будет ждать босс, я думаю. Нет? Подожди, он что-то здесь обронил. Надо забрать. Опачки. Вот это босс у нас. Так. Пока он там фигачит, давай-ка мы вот так сделаем. Все. Завалили босса мы. Это был Флэш. Миссия Сакс. А, Control Destroyer. Че там? Hell Justice. Не. Пропустим всю эту болтовню. Кто до сих пор рубится в игру, напишите в комментах, на каком устройстве вы играете и как у вас игра идет. Кстати, ее можно использовать тоже для гейм-тестов. Мне кажется, так как здесь есть настройки графики, вполне на бюджетных устройствах она, я думаю, пойдет. Стартовый набор. Так, окей, куда нужно нажать? Давай нажмем с удовольствием. 75 рублей? Я думаю, ты мне бесплатно его предложишь. А это у нас стартер-паки немного разные, да? Так, уроки, уроки. Здесь что у нас? О, Dark Side есть, прикольно. New Family Added. Aquaman Family Discount. Так, что за миссии? Ну, миссии это основные у нас здесь. Team.
Я, честно говоря, хочу все-таки магазинчик, наверное, найти и посмотреть, смогу ли я какой-то набор получить. О! Мы можем вот эту фигню открыть и получаем Refinite Mineral. Что это такое? Непонятно. Так, где магазин? Help, инвентарь. Новое что-то в инвентаре у нас тут есть. Какая-то штука. Прикольная. Так. Inbox. О, смотрите, сколько тут всего-то пришло. Обалдеть. Выберите что-нибудь. О, мне манта нравится. Честно говоря, я больше не на Аквамена шел, короче, а очень хотел посмотреть на манту, как его там реализуют. И хочу сказать, что реализовали его прикольно в плане костюма. Но как персонаж он мне вообще не зашел. Давайте Бэтмену. Что тут у нас? Tap to screen. Это все, что мы получили, я так полагаю. Аквамен, Metal. В каком-то этом. Во, снова хочу манту. И здесь что у нас? Снова манту хочу. Еще раз манту хочу. А, можно, во, 3 фрагмента, круто. Еще можно? Еще 6? О, можно больше, короче. Давайте вот максимально наберем фрагментов манты. Я хочу его открыть. Остальные меня не так интересуют, как манта. Окей. Надеюсь, это были осколки. Так, инвентарь. Что у нас здесь? Во, 60. Black Manta, Metal Card. Используйте для апгрейда вашего скина. А, блин. Короче, это фигня. Скорее всего, не то, что мне надо было. Так, задание. Выполнили, отлично. Уроки, received. Давайте тоже получим. Все, спасибо. Это у нас ежедневные задания, я так полагаю. Инбокс снова. О, здесь поболее персонажей. Так, кого я бы хотел? Думсдей вон есть, флешик, Блэк Манта, киборга может быть открыть. Да не, не хочу, не хочу, я сказал. Вот киборга я бы взял. Так, вот зеленого фонаря можно, а. Что ж такое ты делаешь-то? Ну пусть так будет, я не знаю. Непонятная вещь. Так, что у нас с командой? Можем ли мы кого-то добавить? Так, ну-ка. Так, вот Black Manta. Купить. Во, мы можем его купить, кстати. Обалдеть, круто. И у меня, кстати, валюта не отбавилась даже. Слушайте, может это глюк? Давайте кого-нибудь еще купим. Кого бы я хотел? Это у нас злодеи здесь. Давайте не из злодеев, а вот отсюда кого-нибудь. Это нет. Чувак, ты мне не нужен. Так, Супермен тоже мне не столь интересен. Киборг вот, кстати, прикольный. Но мне кажется, мне нужен... О, Лоба есть даже. Офигеть, здесь персонажи нормально так добавили. Давайте... А, 1000 уже, нифига себе. Дорогущий, ну-ка, Лоба. Ага, его только по картам, видимо, собирать. Ну ладно, кого мы можем открыть? Аквамэнище откроем. 500, давайте. Вот сейчас отбавилось. Блин. Грусть, печаль, огорчение. Ух ты, какой он маленький. Просто звездюк какой-то. Так, я предлагаю сейчас отправиться в компанию злодеев. Вот здесь она у нас. И тут как раз посражаться. А мы возьмем, давайте, другую команду. Мне нужна Black Manta, вот. О, он вообще эпично выглядит. Давайте посмотрим, насколько крут этот персонаж. Так, мы начинаем почему-то с Харли, но Харли мне не интересно. Лекс Лютер тут базарит с женщиной-кошкой. Бэк. Блэк Гейт, черные врата какие-то. Все, давайте пропустим. И включим сразу мантуа. Вау, это он так эпично появляется. Блин, круто, круто, давайте.
бежит, как в черепашках ниндзя такой. Я вас всех разнесу. Серьезно, давайте-ка посмотрим на спецатаки этого чувачка. Вау, эпично, эпично. Мы еще жизни, я так полагаю, можем восстанавливать. Почему-то мне злодеи больше нравятся в фильмах. У них как-то и костюмчики покруче. Давай вот это вот. Фигач, фигач их всех. Отлично. Что-то тут сбросили. Ну-ка. Ага, мы можем, короче, вот этой штукой пополнять всем своим персонажам здоровье. Блин, мне кажется, по графону подтянули игру. Тихо-тихо, вот этот чит я тут не хочу пропускать. Вот, другое дело. Ага, здорово-здорово, мужик. Он, конечно, не как Флэш бьется, но все же. Всех вырубил сразу. Ты, слышь? Все, что-то быстро прям завалился, чувак. Я думал, что я его дольше буду фигачить. О, гепарда. Пропустим базар. Когда уже русский язык-то завезут сюда? Окей. Уровни закончили. Давайте следующую стадию. Слишком что-то все простенько. Вот она. По поводу фильма, что хочу сказать. Он идет 2 часа с лишним, но из DC вот Аквамен мне как-то больше зашел. В том плане то, что он посимпатичнее был. Там какой-никакой, но такой простенький тоже сюжет был. Шутки были уместные. Потому что Аквамен, как я понял, такой развездяй. Чтобы не матюгаться. Так, так, так. Чудо. Я не понял, творить. Так, я вижу ящик снова. О, это смотрите, камеры. По-моему, да? Да, это камеры, прикольно. То есть мы в тюрьме в какой-то. Типа, давай уже топай. Шмык-шмык. Здорово, мужики! Это, я так полагаю, приспешники Дарксайда. То есть его слуги, которые борются, дабы Дарксайд у нас поработил весь мир, как это сделал типа Танос. Ну, Танос во благо, как бы, хотел баланс во вселенной восстановить. Далее по фильму, что хочу сказать. Вот, шутки парочку прям были нормальных. Мне они зашли. В целом, картинка хорошая. Особенно на большом экране, когда смотришь вот на этот великолепный мир под водой. Очень красиво было. История такая стандартная. Прям вот ничем не захватила меня, не знаю. Вроде фильм так долго идет, но раскрытие персонажа в детстве особо вот такого не было. Там как бы показали, что он якобы был неудачник такой. А, с рыбками базаришь. Все дела. О, боссик у нас тут появился. А потом он одним движением сразу же показал, что я крутой. Когда там начала акула биться. Все, быстро мы завалили что-то снова босса. Надо еще акву попробовать. В обычный. Вот он такой. Прям... Мне кажется, по канону здесь Капитан Мороз. Капитан Мороз. Капитан Холод. Во. Так, немножечко прокачались у нас персонажики. Давайте... О, можно что это? Записать, что ли, типа? Ага, а можно как-то это... То есть мы меняем камеру. Эпичненько. А вот я бы все сейчас хотел убрать... И сделать скриншот для превьюхи, допустим. Но нет, он мне этого не позволяет. Ладно. Передвигаемся дальше. Здесь попробуем побороться с Акваменом. Нам просят, короче, сюда нужно, типа, зайти. Но я не хочу сюда заходить. Я буду биться сейчас с Акваменищем. Конечно, персонажи здесь можно также прокачивать. И я думаю, что появились скины какие-нибудь. Все. Такого мэнища появился, и погнали в своей, в своем великолепном костюмчике. О, я что-то взял, он сказал. Так, комбо, комбо, давайте-ка мы силу морей и океанов на них напустим. Так, движемся дальше, дальше, дальше. Че тут, чувачки? Здорово.
Он быстро тоже, кстати, расправляется. Но это начальные миссии, поэтому здесь чего-то крутого не стоит ожидать. Что наши враги будут очень мощные, например. Так, я, пожалуй, прогуляюсь здесь. Вы же не против? Вдруг какой-нибудь ящичек остался незамеченным мной? Нет, к сожалению, ящиков я не вижу. Так, здесь у нас ящиков нету. Тоже нету ящиков. Движемся дальше. О, ящики есть. На, отлично. Пробираемся дальше. Ох ты, как ты здесь появился? И я через тебя аж прошел. Так, все, всех завалили уже. Эпичненько. О, ящик. Не забываем. Так. Что-то я это красным начал светиться. Как будто кровоток на мне наложен. Ну давайте, появляйтесь, твари. Ой, я комикс, по-моему, забрал. Конечно же, Басецкий у нас тут появился, которого я сейчас с двух ударов завалю. Все. Очень быстро. Ну понятно, что это начало все-таки игры. Кто не смотрел первое видео, первый взгляд на DC Unchained, я оставлю в подсказках. Ссылочку на видос, посмотрите, как все выглядело первоначально. Но хочу сказать, игруха улучшилась. Улучшилась определенно. Так, поздравляем вас, вы чего-то там открыли. Daily Box Scan. Второй уровень, да ладно, серьезно. Так, нажмите сюда, нажмите сюда. Давай, а, нет. Типа, заберите сначала, пожалуйста, здесь вот. Так, очки, медали какой-то. Так, 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 так. Вот здесь я смотрю, еще битва что-то у нас тут. Ага. Золотишко здесь еще мы получили. Нормуль. Уроки. Инбокс опять что-то нам пришло. О, мы можем выбрать фрагменты персонажа. Я бы, конечно, хотел вот зеленого фонаря. Супермен мне не так интересен. Все, типа я открыл зеленого фонаря, что ли? Так, инвентарь тут у нас. Типа много всего нового появилось. Окей. Не, я хочу сейчас посмотреть, есть ли у меня зеленый фонарик. Офигеть, у меня зеленый фонарик есть. Вот эта команда. Смотрите, все прям по росту. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу данное видео. Кому интересно продолжение, не забываем ставить большие пальцы вверх, писать в комментариях. Ну а если вы еще не подписались, конечно же, подписаться на канал и долбануть в колокол. А на этом все, с вами был Фликер, всем пока.